Я уже у Феди, забираю 86-ю с прицепом, который мы с вами на прошлой неделе отвезли. Парни практически закончили каркас под шины, буквально им еще денечек. С нее поснимать пластик, нужно с нее там кое-что из электрики поснимать, дефектовку отправить. И сейчас я заберу прицеп прямо из бокса. И послезавтра просто мы уже физически его поставили. Вот он у нас в процессе. Кондуктор парни уже сварили, так что им осталось просто его соединить, а потом нам подъехать, накинуть. Нам тачка нужна. Еще и шины для дрифт-такси забрал. Все, счастливо. Здорово иногда проехать по райончику с прицепом, на котором стоит гоночная тачка. Вот этот взгляд в зеркало заднего вида. Блять, меня чуть-чуть автобус тут сейчас не снес. Да ёшкин матрёшкин. Сколько? Один год? Два. 32 года, и который первый раз, можно сказать, в жизни надел солнечные очки. Причем очки Земцева. Я об этом сам не знал, но Валик сказал: о, солнечные очки. Как? А все дело в том, что Вадик раньше был очкариком и носил обычные очки. И солнечные очки он не мог носить. А сейчас он ставил линзы. И теперь может носить солнечные очки. Поэтому Степа... Прости, бро. Нет, ты можешь, конечно, попробовать, но я бы не стал вернуть их. Короче, мы едем там. Кое-что нам надо промерить. И приступаем к сборке мотора. Правда, Вадик? Да, да. Полдвенадцатого. Просто сидят на коленях в сервисе, смотрят на бампер Аристы и думают, что же с ним сделать. Как же здесь вырезать, как же здесь поднять, просверлить круглые или просверлить прямоугольные. Пацаны.